45-летняя Юлия Высоцкая не понаслышке знает, как сложно работать над многолетними отношениями. Актриса уже 21 год замужем за Андреем Кончаловским, и за это время супругам пришлось пройти через ряд испытаний. Сейчас влюбленные много путешествуют и, несмотря на долгие годы совместной жизни, стараются не забывать про романтику. Наши отношения, как и любые другие, эволюционируют, и, наверное, со стороны виднее, романтичные они в данную минуту или нет. Сказать про себя наши отношения романтичные, это как-то странно, пояснила Высоцкая. При этом Юлия никогда не скрывала, что жить с ней в одном доме довольно сложно. Актриса является перфекционисткой, для которой важно, чтобы окружающие соблюдали определенную дисциплину и режим дня. У 81-летнего Кончаловского тоже есть особенности характера, с которыми тяжело мириться. Надежда на чудо. Почему венчались Кончаловский и Высоцкая? У каждого из нас свои недостатки, как в знаменитом фильме говорится, тут вопрос, чем это компенсируется. Если есть любовь, то она помогает любые качества принимать и любить. А если нет любви, то что угодно может вызывать раздражение и неприятие, даже самые легкие стороны характера, уверена артистка. С возрастом Высоцкая поняла, что может довериться только узкому кругу друзей. Актриса всегда дает шанс близким и коллегам в случае конфликта, но если доверие обманывают несколько раз, Юлия легко расстается с обидчиками. По словам звезды, она неоднократно сталкивалась с предательством, но никогда не жалела о том, что вычеркнула кого-то из жизни. «У меня были ситуации, когда ты в отношения что-то вкладываешь. Вкладываешь, потом замедляешь эти вложения и понимаешь, что все это предел. Я расстаюсь быстро. Но расставание не обязательно происходит в один миг. Просто наступает последний момент. И когда я сказала «конец», чаще всего дороги назад нет», — подчеркнула актриса. Сейчас Юлия занята сразу в нескольких спектаклях в России и Италии. Андрей Сергеевич поддерживает избранницу в творческих начинаниях. В интервью для журнала «Домашний очаг» Высоцкая отметила, что каждый день старается становиться лучшей версией себя. Актриса запускает новые проекты, придерживается системы здорового питания и занимается спортом. Но на первом плане для нее всегда интересы семьи.